сегодня 7 мая, и нам сегодня капитально так повезло, потому что с утра мы поехали в Версальский дворец. И здесь просто невероятно красиво. Нам повезло в том, что солнце светит. Мы походили по саду Версальского дворца. Мы посидели в буфете, в чайном буфете Версальского дворца. И здесь собираются одни короли. Да, мы посмотрели, как короли жили, да. И невероятные спальни, будуары, невероятные какие-то кабинеты, антураж весь. Это просто здорово. И мы вам всем рекомендуем обязательно побывать вот в этих местах силы и богатства, в королевских дворцах.